На протяжении многих веков требования к материалам, применяемым при строительстве сооружений и создании вначале простейших механизмов, а затем инженерных конструкций, постоянно растут. Совершенствование современных машин и аппаратов, транспортных средств проводится в направлении повышения их мощности и параметров рабочих процессов. Это требует проведения исследований, начиная с изучения напряженно деформированных состояний на моделях и кончая натурными испытаниями в экстремальных условиях, при которых выявляются слабые места конструкций. Важной задачей в области прочности остается прогнозирование механического поведения материалов в конструкции по результатам испытания лабораторных образцов. Структурно-механические исследования, развитые в Институте машиноведения Академии наук СССР профессором Лозинским и его школой, дают информацию о микроструктурных процессах деформирования и разрушения одновременно с получением реальных кривых растяжения металлов в широком диапазоне температур и скоростей нагружения. В условиях температур, не превышающих 0,3 температуры плавления, микроструктурная картина деформирования характеризуется процессами скольжения. Вначале возникают прямолинейные следы скольжения, типичные для однородного трансляционного сдвига по одной, двум или большему числу систем в зависимости от кристаллографической ориентации зерна относительно деформирующей силы. Микронеоднородность деформации приводит к образованию зародышей разрушения и развитию транскристаллитных трещин. Если по границам зерен имеются сегрегации вредных примесей, то может произойти неэнергоемкое межкристаллитное разрушение, носящее хрупкий характер. При повышении температуры испытания расстояние между следами скольжения становится больше, а сами следы шире. Под влиянием внутризеренного скольжения активизируются и процессы межзеренного сдвига, что определяет характер разрушения. Повышение температуры испытания до 1000 градусов приводит к тому, что процессы взаимного смещения зерен развиваются уже на ранних стадиях деформации. При этом сдвиговый внутризеренный микрорельеф выражен значительно меньше. По границам зерен образуются складки и характерные клиновидные трещины, приводящие преимущественно к межкристаллитному разрушению образца. Таким образом, механизм высокотемпературного разрушения в данных условиях в значительной мере связан со свойствами границ зерен, отличающимися от свойств объема зерен. Увеличение скорости нагружения изменяет кинетику деформирования и разрушения. Внутризеренное скольжение развивается интенсивнее самых начальных стадий деформаций. Усиливается скольжение по вторичным системам, повышается плотность следов скольжения, разрушение носит транскристаллитный характер. В данных условиях испытания, наряду со сдвиговыми явлениями внутри зерен, протекают и процессы межзеренного проскальзывания, вносящий определенный вклад в окончательное разрушение образца. Повышение скорости растяжения при данной температуре приводит к частичному подавлению межзеренной деформации и активному развитию процессов внутризеренного скольжения. Особенности механизма деформации и разрушения
определяют форму и параметры кривизны реальных диаграмм деформирования, что необходимо учитывать при их аппроксимации. В условиях высокотемпературной ползучести, при нагреве до температур, намного превышающих 0,3 температуры плавления, практически полностью отсутствуют видимые процессы внутризеренной деформации. Развитие межзеренного сдвига приводит к образованию по границам зерен клиновидных трещин и микронесплошностей, вызывающих разрушение. Основными типами микромеханизмов разрушения являются внутризеренный скол или хрупкое межкристаллитное разрушение, рост пор в теле зерна или по границам в условиях пластичности, образование шейки или сдвига при вязком характере разрушения. При высоких температурах наблюдаются межкристаллитное разрушение от межзеренных пор и клиновидных трещин, разрушение вследствие роста пор, вязкое разрушение в условиях рекристаллизации. Анализ процесса разрушения металла с диаметром зерна D от дефекта размером 2C0 или от микротрещины размером 2C выполняется с привлечением положений линейной механики разрушения с учетом влияния зерен соседей. Транскристаллитное разрушение происходит, когда вертикальный размер 2H вытянутых зон вблизи включений или пор радиусом 2R становится примерно равным расстоянию между ними. 2H равняется 2L. Межкристаллитное разрушение в условиях ползучести происходит вследствие возникновения и развития клиновидных трещин, а также пор, вблизи которых образуются диффузионные зоны. Этот процесс наблюдается в условиях длительного высокотемпературного нагружения и определяется характерным расстоянием L между порами. При перекрытии диффузионных полей растущих пор образуются трещиноподобные дефекты, которые при достижении критических размеров приводят к окончательному разрушению. Исследование кинетики деформирования и разрушения позволяют построить тензотемпературные диаграммы, на которых для соответствующих условий нагружения могут быть выделены следующие характерные области. Область, в которой преобладает механизм хрупкого разрушения сколом. Область, в которой наблюдается вязкое транскристаллитное разрушение. Область, для которой характерно транскристаллитное разрушение в условиях ползучести. Область разрыва образца в условиях динамического возврата или рекристаллизации. И, наконец, область ярко выраженного разрушения по границам зерен в условиях ползучести. Построение таких диаграмм позволяет прогнозировать поведение металла в заданных условиях и определять рациональные области использования существующих и вновь создаваемых сплавов.
Пластическая деформация связана с необратимыми перемещениями дефектов кристаллического строения. Видимые на поверхности деформируемого металла следы скольжения представляют собой результат движения линейных дефектов, прежде всего дислокаций. Эксперименты, выполненные доктором Хиршем с сотрудниками в Кембридже, позволили с помощью высоковольтного электронного микроскопа непосредственно наблюдать процессы движения и торможения дислокаций. Их направленное переползание в плоскостях скольжения, так называемое неконсервативное движение дислокаций. Изучать подвижность отдельных дислокаций. Наблюдать процессы взаимодействия частичных дислокаций и дислокационные реакции между разноименными дефектами. Непосредственно изучать особенности процессов расщепления дислокаций с образованием так называемых дефектов упаковки и наблюдать их расположение у границ субзерен. Здесь наглядно видны процессы зарождения дислокаций у краев фольги исследуемой нержавеющей аустенитной стали. Специфика дислокационного механизма, различная ширина расщепления дислокаций в связи с различной энергией дефектов упаковки во многом обусловливают механическое поведение металлов с ГЦК-решеткой. Существующие методы упрочнения металлов основанные на зависимости прочности от числа дислокаций. При полном отсутствии дефектов прочность достигает своего наивысшего значения. С увеличением числа дефектов прочность вначале снижается, а затем вследствие взаимодействия между дефектами возрастает. Это используется при легировании, холодные деформации на клёпе, термической обработки, и термомеханической обработки ТМО. При проведении ТМО свободный пробег дислокации сокращается за счет создания особой структуры. Различают предварительную термомеханическую обработку, низкотемпературную термомеханическую обработку и высокотемпературную термомеханическую обработку. Проведение термомеханической обработки, в частности в ТМО, изменяет механизм деформирования и разрушения. У стали, подвергнутой ТМО,
границы зерен имеют зубчатую форму, при которой подавляется межзеренное проскальзывание. Возникают препятствия для развития межзеренных трещин, что повышает сопротивление деформированию и разрушению при высоких температурах. При испытании сложно легированной стали на ползучесть в условиях нагрева до 900 градусов деформирование и разрушение сопровождается развитием рекристаллизационных процессов, способствующих протеканию пластической деформации и зарождению в участках ее максимальной неоднородности очагов разрушения. В данных условиях испытания действует механизм, отличный от кристаллографического скольжения, поскольку при этом все большее значение приобретают явления, связанные с границами зерен. Зубчатая форма границ зерен у стали, упрочненной в ТМО, препятствует процессам вязкого течения по границам зерен и уменьшает относительное смещение зерен по границам. Характеристики сопротивления ползучести при правильно выбранных режимах в ТМО повышаются. При анализе кинетики деформирования и разрушения контрольных образцов сложно легированной стали, не подвергнутой ВТМО, наблюдается интенсивное развитие четких прямолинейных следов скольжения, что указывает на отсутствие эффективных барьеров, препятствующих сдвиговым явлениям внутри зерен. Под влиянием процессов скольжения в объеме зерен облегчается и проскальзывание по их границам. Характеристики жаропрочности при этом оказываются более низкими. В условиях ползучести неупрочненной стали разрушение неизменно начинается с образования межзеренных трещин, причем эти трещины появляются в несколько раз быстрее по сравнению со сталью, подвергнутой ВТМО. При этом снижаются пластические свойства стали и существенно уменьшается время до разрушения. ВТМО высокопрочных сталей понижает порог хладноломкости и увеличивает долю вязкой составляющей в изломе. При этом несколько повышается предел прочности и существенно возрастают относительное сужение и ударная вязкость, что благоприятно сказывается на характеристиках надежности материала. Изучение кинетики деформирования и разрушения металлов способствует разработке физических основ прочности, обоснованию критериев разрушения, изысканию перспективных методов упрочнения стали и сплавов. Это необходимо для повышения эффективности использования материалов в различных конструкциях.